Добрый день! Сегодня будем готовить вкуснейший, необычный соус. Это соус называется пхуджалокия с ананасом и манго. Очень вкусный соус, очень насыщенный. Смотрите, какой красивый. Ну что, начинаем готовить? Для этого соуса нам понадобится одно большое спелое манго, имбирь, сок одного лимона, перец пхуджалокия, также сюда добавлю небольшую часть семподов, и это есть, наверное, десяток каролины рипер. Нам понадобится тмин, соль, мед, рисовый уксус и один большой ананас. Теперь все останется только почистить и измельчить в блендере. На медленном огне мы немножко прогреем тмин, чтобы он отдал весь свой запах. Прогреть немножко, но ни в коем случае не жарить. Чуть-чуть, чтобы он только... О, вот уже начался аромат. Все, теперь снимаем с плиты. Перед тем, как выдавить сок лимона, мы натрем цедру. Нам нужна будет цедра одного лимона. Я натер цедру с одного лимона и выдавил сок лимона. Теперь останется только натереть имбирь. Вот готов наш имбирь. Я натер имбирь. Мы будем добавлять 1 столовую ложку на 1 литр соуса. 1 столовая ложка имбиря на 1 литр соуса. Я почистил манго и ананас, также натер имбирь, почистил перец, и у нас есть цедра лимона. Сейчас это загружаем в блендер и измельчаем. Так, загружаем перец. Немножко перца, потому что все не поместится. Теперь ананас и манго. Так. Будем его загружать. Ананас я порезал. Манго извлек ложкой. Не морочить себе голову. Так вот загружаем все это. Немножко, потому что у меня все не помещается. Чашка очень маленькая. Наверное, сразу засыплю всю цедру лимона. Цедра лимона придаст шикарный вкус и аромат. Цедра – это самое-самое основное. Так. Добавляем. Теперь возьму где-то, наверное, ложку. Сюда добавлю имбиря. И буду так частями добавлять. Выльем сюда мед. Тоже, наверное, часть вылью. А часть второй раз уже буду. Так. Вот так вот. Во. Так. Теперь добавляем соль и тмин. Все. Теперь нужно добавить воды. Воды добавляем, чтобы оно не было сильно густым. Оно у нас пригорит. Все. Добавили. Закрываем крышечкой. И измельчаем. Вот. Я уже все измельчил. У меня получилось где-то в пределах 4 литров. Я все ингредиенты увеличил 4 раза. Это 4 манго, 4 ананаса и так далее. Вот такой вот получился у меня соус. Густой. Сейчас мы его поставим на огонь, на медленный. И будем варить 5 минут. После чего добавим уксус и добавим лимонный сок. И будем варить еще 5 минут. Соус прокипел 5 минут. Теперь добавляем сюда лимонный сок, уксус. Уксус вливаем. Все. И можем еще поварить 5 минут. На медленном огне постоянно надо помешивать. Потому что соус может пригореть.
Все, варим еще 5 минут. Если хотите, можете проварить 10 минут. Тогда он будет дольше стоять. Наш соус уже готов. Все, мы его приготовили. Вот посмотрите, какая консистенция. Соус получился густой. Очень ароматный. Вкусный соус. Этот соус не относится к сверхострым. Его можно свободно намазывать на хлебушек с колбаской или с мясом. Острота такая терпимая. Я привык к сверхострым соусам. Этот соус может кушать любой. Очень ароматный и очень вкусный. При приготовлении этого соуса я все пропорции увеличивал в 4 раза. А теперь я вам скажу, как надо готовить на одну порцию. Это 10 штук худжалоки или любого перца. Один большой манго, один ананас, 200 мл белого уксуса, либо можно взять рисовый уксус, мне он очень нравится. 50 мл сока лимона, это сок с одного лимона. 125 мл воды, вы можете добавить чуть больше, смотрите по консистенции. 2 чайные ложки соли, 4 столовых ложки меда, 2 чайных ложки натертого имбиря, ну, можно положить 1 столовую ложку, мне больше нравится имбирь, он придает очень вкус, аромат. И 1 чайная ложка тмина. Вот такой рецепт, это на одну порцию соуса. Теперь нам останется только этот соус разлить по стерилизованным бутылкам. Такой соус может храниться в холодильнике до 5 месяцев. Если вам понравился этот соус и вы хотите его попробовать, вы можете купить его у нас. Ссылочку на каталоге семян, также каталог соуса, вы можете найти под этим видео в верхней строке комментариев. Там есть ссылочки на каталоги семян острого перца, томатов и также соусов. Каталог соуса у нас обновляется. Каждую неделю будут добавляться новые соусы. Так что вы можете через определенное время заходить и посмотреть по этой ссылочке. Так что заходите, заказывайте, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.